Всех приветствую, с вами Android. Android сегодня хотела поговорить о достаточно интересной игре, которая называется Dawnbringer. Она представляет себе экшен RPG от третьего лица. Сама она бесплатная и, кстати, не требует доступ в интернет. А когда я запустил игру, я очень сильно удивился, потому что очень крутая заставка была в начале, в которой вы сражаетесь со своим злым братом, а который, как я понимаю, захотел получить силу демонов. В сражении вы не замечаете и падаете на одинокую планету, которая называется Марнгард, и все действие здесь происходит. Мы с вами сможем перемещаться по трехмерному миру. А в начале мне управление вообще не понравилось, я не понимал, тапал, нажимал, оказывается, все очень просто. Просто тапаем в направлении, куда мы хотим побежать, и все, и наш персонаж начинает бежать. Еще раз тапнув, мы останавливаемся. Можем вращать, как мы хотим, камеру. В игре также присутствует карта, по которой вы сможете сориентироваться, в какую сторону вам бежать. А также для того, чтобы упростить нашим игрокам различные задачи, да, миссии, которые вы будете проходить, наверху будет типа компаса, который будет показывать, куда нам бежать. Мы с вами будем разбивать различные сундуки, ящики, в которых будут находиться различные предметы. Как же происходит сражение? Ну, сражение происходит достаточно просто. Вы встречаете врага, подбегаете к нему и начинаете свайпать влево или вправо. Когда вас враг атакует, вы можете парировать его удар, тем самым защитив себя от какого-то повреждения. То есть, насколько хорошо вы сможете парировать удар, зависит, как вы долго сможете выживать. Также вы в игре сможете использовать бутыльки, которые будут восстанавливать ваши жизни. Постепенно проходя, у вас будет улучшаться ваше оружие, броня и многое другое. Очень прикольно сделана игра, интересный игровой мир, красивая графика, управление достаточно удобно, все очень-очень качественно реализовано. Давайте перейду к плюсам и к минусам. Плюсом является симпатичная графика, бесплатность ее, хотя в игре присутствует донат. Не нужен интернет. Много различных врагов, возможность бегать по трехмерному миру. Вам решать, играть или не играть, но достойная, очень хорошая экшен-игра для Android. Я поставлю, наверное, ей четверочку с плюсом. А с вами был Android Androidыч. Всем пока!